Окей, окей, сумешники, мы продолжаем проходить игру под названием Devil May Cry 5. Это у нас уже 17-я миссия под названием «Братья». Поехали. Сюжет. Раскрыв всю силу своей истинной формы демона, Данте впервые подобрался до низшего уровня Клипота. Там он смог одолеть демона с родища, которой ему уже некогда доводилось иметь дело, и нашел себе новое оружие. Наконец-то он прибыл на последнее поле боя. 15 июня, 14.01. По правде говоря, мне хотелось, чтобы мне оберегали и любили. Но я был совсем один. Мне оставалось только выживать. Ви, тебе нужно отдохнуть. Мира. Я расскажу тебе все. Демона по имени Оризон не существует. Есть только человек, отринувший все человеческое в своей нескончаемой погоне за властью. Этот человек старший брат Данте. Брат Данте? Да. Его настоящее имя Вергилий. Стоп. То есть это Ви, это Вергилий? Раскрыл всю свою силу, бла-бла-бла. Так, а можно мне персонализацию сделать? Я хочу убрать некоторые предметы, которые будут мне мешать. Я хочу шляпку убрать. А как убрать? Черт, никак, походу. Ладно. Подожди, а у нас еще, да, какое-то было оружие? Или нет? Или у нас только три было? Я понял. Хорошо, делаем так. О, я могу фиолетовую сферу купить. Ну, в принципе... Давайте... А, ну... Да, купим. 40... Ух, ты ж ё-моё. Дьявольский меч Спарта. Ладно, начать миссию. Замечу, что мы в каком-то уже городе, то есть не разрушено ничего. Может, это типа воспоминаний? Как вариант, в принципе. А не, вот Оризон. О, это этот плод, да? Вергилий. Вергилий. Эй, это и есть старик этот плод, о котором ты трепался. Что-то не впечатляет. Да? Здесь все и началось. Тот день мама решила спасти меня. А тебя бросила. Только тебе не вдомёк, что она тебя попыталась спасти. Искала тебя, искала. Пока это ее не убило. У меня нет воспоминаний о твоем рассказе, ни об этом месте. Все это лишь иллюзия, сотворенная этим изумительным плодом. Видишь ли, его великая сила — это все, чего я когда-либо хотел. И отведать его. Я заполучу все.
Чувствую, будет сейчас битва только с боссом, и это очень жестко будет. Ух ты ж, ё-моё. Надеюсь... Нет, брат. Не все. Последние крохи человеческой души, что остались в тебе? Ты только что их потерял. Это лишь жалобные стонания обделенной силой. Обделенной силой. Приди ко мне, брат. Я не шум на тебе просветляет Данте. Ни хрена ты какой стал! А можно встать, Данте? Так, нинчаки, ладно, поехали. Ну, такой, если брать в расчет то, что у нас не прокачан. Так я не пойму, мне меч заряжается или нет, алло. Можно инфу, пожалуйста? О, заряжается. Так, чувствую, время демоном становиться. Не-не-не, приятель. Не-не-не-не. Не-не-не, остановка времени тоже не поможет. Похоже, что... Так, ладно, заполняемся. И что это? Это что было за крыса? Так, хилы где-то есть? Ох ты ж, ё-моё. Тихо, меч, меч, меч. Поехали. Как раз хп себе восстановлю. На. Не, вот это настоящая битва, потому что мне аж хп столько вынесли. Так они братья? Зачем же они сражаются? Все люди сражаются за свою правду. И порой за нее приходится биться с собственным братом. Полная чушь. Кровные братья разошлись во
во мнении касательно причины многих их существований. Но должны сражаться. Данте! Припозднились вы. Уже заканчиваю. Вы что, правда, братья? Боюсь, что так. Значит, за все стоял он? Твой родной брат? Ну, угадал. Он уже еле дышит. Как я погляжу? Ты... Ви, назад! Не то запачкаешься. Нет, прошу. Я сам. Хочу сделать это своими собственными руками. Пипец, он рассыпается, я не знаю как. Не сопротивляйся. Раз ты не способен одолеть даже меня, то ты уже проиграл. Я не уступлю. Не уступлю, Данте. Мне нужна сила. Больше силы. Знаю. Ведь мы с тобой две стороны одной монеты. Но ты лишишься меня, а я лишусь тебя. И все же мы связаны единым чувством. Если ветви мы совьем, мы согласие обретем. Походу, нас немного предали. Да, ты сообразил, что... Да, он и есть... Вергилий. Только он что-то во внешности изменился немного. Что за... Вергилий. Альфа и Омега, Вергилий. Вау. Да, это было жестко. Ну, замечу, что у нас был только босс. Это последний... Не знаю, ну сколько тут еще, в принципе. Битва с Вергилием еще должна быть, да, по сути? Они ж типа... По КД сражаются. Но взять тоже четвертую часть. Стрелок. Давайте галереем. Так, ну у нас осталось только... А, у нас еще целых два этих оружия новых стоять. Я что-то поспешил немного. Ну-ка. Два? Да, три оружия новых. То нам еще долго. Так, враги, боссы. Так, Уризен. Столько крови, столько жизненной энергии в одном плоде Клипота. Сев его, Уризен стал чем-то больше, чем просто владыка Ада. Он получил силу, которой достаточно, чтобы сотрясти основы мира. Сотрясти, да. Он стал настолько могуч, что обрел... Так, останки Клипота, что были его оружием и доспехи. Теперь они ему только мешали. Ему было достаточно его собственного тела, физического воплощения великой силы. Сразиться с ним и победить. Тут нужна сила бога. Но мы победили его.
Так, может, по героям хотя этого добавили? Нет. Вергилия бы добавили. Почему Вергилия сюда не добавили? Алло, никуда не добавили. Да, как он менялся? То так. Не, вот так. Так. Ну, короче, он почти не поменялся. Ладно, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Следующая серия это у нас Пробуждение. Поэтому всем пока.